За два месяца рыбаки исчерпали сезонную квоту на промышленный вылов дунайки. Но сельдь продолжает массово идти. Без работы и возмущенные несправедливым, на их взгляд, ограничением, рыболовы Вилково решили перекрыть Дунай. Мы должны были выйти на воду еще 5 мая. Нам не дают. Сидят рыбаки, все дома, нема где на кусок хлеба заработать. Сейчас ее можно ловить, а мы стоим. Стоим, она идет. Она вот под нами тут проходят косяки селедки, а мы стоим, нам не дают ее вылавливать. Ежегодно промышленный лимит вылова дунайки чиновники устанавливают в пределах 450 тонн. Этот сезон для рыбаков неожиданно закончился еще 23 апреля. На подобные случаи законом предусмотрены пересмотр квоты и выдача новых разрешений. Но местные жалуются, уже три недели не могут добиться этого от чиновников. Они не выполняют свои должностные инструкции, на мой взгляд. И ту ситуацию, которая есть, они не хотят вовремя решать. Если они видели, что у нас идет интенсивный ход дунайской сельди, они должны были во время хода уже увеличить этот прогноз допустимого вылова. Они не должны ждать, пока ассоциация или рыбаки будут обращаться к ним. В госрыбагентстве, в свою очередь, объясняют, планируют разрешить вылов еще 110 тонн. Но процедура увеличения лимита занимает достаточно длительное время. Документ должен пройти ряд инстанций, и в каждой из них рассматривать его могли в течение месяца. Сказать, что мы ничего не делаем, что мы там якісь є, то есть за короткий период было сделано очень много уже кроков, которые передбачені законодавством для того, чтобы збільшити цей прогноз. Просто так за один день подписать наказ, ну, у нас есть чітко визначені норми, как это проходит процедура. Такий хід оселедця останній раз був більше, чем 20 років назад. Тобто це така ситуація, яка склалась нестандартна, і тому всі намагаються її быстренько якось увійти в цю ситуацію. По наиболее оптимистичному прогнозу управления, новые объемы будут утверждены только на следующей неделе. Документ должны рассмотреть в министерствах экологии и юстиции. Рыбаки же ждать не хотят, боятся, что сельдь может уйти. Сегодня Дунай заблокировали на 15 минут. Говорят, это была предупредительная акция. Чиновникам дают 24 часа. Если квоту не увеличат, грозят перекрыть реку полностью и бессрочно. Лилия Горопашная, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».